Так, сегодня будем менять стиральную машину Канди. Такая на десятку отпахала. В принципе, здесь подключение, конечно, все сделано без комментариев. Вот таким вот чудесным образом все это работало. Даже уголок смотрит вниз. Так, чтобы риск побольше было, чтобы он вырвал его оттуда. Вот так делают. Так, здесь провели сложнейшую операцию по удалению вот такого вот агрегата. В принципе, поставил штатный угловой кран, вообще все убрал здесь. Просто шедевр на шедевре. Оказалось, у него даже половина американки. Здесь обычный был переходник, закручен был, можно сказать, на полторы нитки. Ну, вот сейчас шланг снизу прикрутишь, все как положено уже. Я еще канализацию переделаем и... А в принципе будем подключать машинку. Так, коммуникации я в принципе здесь подготовил. Выглядеть все это должно быть, ну, вот таким вот образом. Я не знаю, но это реально земля и небо. Единственное, кто делает ремонт и видит это видео, канализационную трубу выводим сразу на высоту 60 сантиметров от уровня пола. Никак не внизу, чтобы не ставить это колено. Ну, даже если и колено, то по сути... Тоже много это места не займет. Ну, подача воды. Вот. Все, по установке все. Отдельное видео, потом по машинке еще запишу.